Сейчас хочу рассказать о том, как я пришла на курсы к Никиту Бурлакову «Гипноз и слиперство». Я обучалась в Америке и закончила институт гипноза, а также прошла курсы академию Долорес Кэннон по регрессивному гипнозу. И все время у меня было такое чувство, что чего-то не хватает, какого-то ключика. И вот именно здесь, у Никиты, такие великолепные составлены тексты, материал подобран. То есть это вот именно то, чего мне не хватало. Такое ощущение, что все сложилось в какую-то сферу, шар или программу. Я очень довольна. Благодарю всех, кто был со мной на этом потоке. Прекрасные кураторы всегда с удовольствием легко отвечают на все вопросы в любое время суток. Потому что очень часто меня волновала вот эта разница во времени, день и ночь. Но прекрасно все отработано. Очень хорошая находка того, что домашние задания мы выполняли в паре. Я нашла свою пару, очень довольна. Мы нашли прекрасный контакт, отношения, понимание друг с другом. Это очень важно. Поэтому рекомендую всем. И хочу так рассказать еще такую маленькую историю, что когда я стала заниматься гипнозом, в трансе, в котором было задание оказаться в своем каком-то прекрасном, чудесном месте, я вдруг оказалась на пляже, на диком пляже, на песке. И тогда гипнолог сказала: сейчас пригласите какие-нибудь существа, которые помогут вам двинуться вперед. И появились две маленькие феи. Один был мальчик, а другая девочка. И они так подтолкнули меня руками прямо на воду. Это казалось каким-то необыкновенным. Я вдруг пошла по этой воде, вытянув вот так руку, и на руке у меня почему-то появился золотой шар. И с этим шаром я пошла туда, к горизонту, к солнцу. Ни одного облачка. Очень красивая картина. И вот сейчас у меня такое ощущение, что вот этот шар как раз мне дали в руки у Никиты. Что сейчас моя программа наполнилась, и я готова идти вперед, помогать людям так, как мне этого хочется. Так что спасибо огромное. Я вас благодарю просто от души. И всем рекомендую сейчас гипнологам, психологам обязательно пройти этот курс. Даже если люди чувствуют или кто-то из вас чувствует в себе, что у вас есть какие-то такие яснознания, ясновидения, предчувствия или вещи сны, вы всегда именно на этом курсе сможете развить в себе такие необыкновенные способности или таланты. Вперед! Навстречу своей судьбе!